рамках проекта «Единая Россия. Здоровое будущее» первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина ознакомилась с работой терапевтического отделения Никольского подразделения Одинцовской областной больницы. Большинство пациентов – это больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Для диагностики и лечения здесь имеется необходимое оборудование. С июня 2020 года по март 2022 года на базе стационара был развернут временный ковидный госпиталь. С 20 марта стационар вернулся к работе в обычном режиме. Сейчас функционируют три отделения – терапевтическое, хирургическое и отделение анестезиологии и реанимации. В августе планируется открыть отделение неврологии.